Как вы поняли, если я окружил себя столь прекрасными парнями с красивыми поясами и самым нарядным, значит, есть повод. Просто я хочу красивую фотку. Кость, сделай красивую фотку. Пока ребята заняты. Наваляем ребятам так, чтобы этот день заполнился. Ну как пойдет, как пойдет. Продолжай. Как вы понимаете, стараемся не убивать наших претендентов, а то не на кого поезд придется вешать. Ну и они и так уже устали. Сабмишн, как говорил. А вот Михаил Ивановичу второй страйп не дам. Кимуру он делает неправильно.
Давайте поаплодируем Тимуру. Это было действительно долго. Василий, прошу вас встречать вашего первого партнера со всем его прессингом и контролем. Если кто-то считает, что все это было легко, может кто-то вспомнить себя, если он такую штуку проходил, или представить себя в самое ближайшее время и попробовать. Даже когда тебе кажется, что ты всех выносишь на схватках и, может быть, даже там получаешь золотые медали на Сареве, вот так вот пролежать, чуть не сказал, отстоять. Ну или просидеть. Или просидеть. Ну, чаще всего пролежать вот эти 50 минут на татами, задача очень сложная. Вопрос экзамена штука необязательная, но это прикольно, и это запоминается. Профессор Шадров. Ребят, я хочу сказать, что не просто так откликнулся на приглашение Алексея, и, во-первых, из уважения к Алексею, но в том числе из уважения к ребятам, которые часть своего пути шли как-то рука об руку со мной, а я с вами. И еще с рядом здесь стоящих и присутствующих тоже. Я помню, какие вы были там какое-то время назад. Сегодня с радостью, с большой, прям человеческой, искренне вижу, как вы показываете уже хорошую техническую в исполнении борьбу, силу духа в том числе, потому что столько бороться еще после демонстрации в такую жару, это не просто так. И, безусловно, вы и тут еще ряд стоящих ребят, вы не просто синие пояса, я уже Алексею сказал, вы такие с выдержкой. Всем спасибо, погнали прощаться.